Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у нас очень большой праздник, потому что прямо сегодня выходит, вы узнаете немножко попозже. Присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ну а перед началом хотел бы вам разыграть M9B Night Frozen. Чтобы получить именно первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твое ID. Всем желаю удачи. На GG снов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% к пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ну что же, дамы и господа, сегодня торжественно вас поздравляю с юбилеем Standoff'а, потому что прямо сегодня Standoff'у исполняется ровно 4 года. Да-да-да, ровно 16 апреля, 4 года назад, вышла самая первая версия Standoff'а. Поэтому, ребята, прямо сегодня нас с вами ждет сюрприз. Что же это такое? Когда-то это было что-то наподобие подарка от Standoff'а. Возможно, в этом году будет возвращение, но вероятнее всего это будет новое обновление 0.15.5. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, перешли в официальную группу разработчиков, и мы видим то, что 17 апреля 2020 года, в прошлом году, вышел вот такой вот замечательный пост. Я вам скажу даже больше. Помимо этого поста, также вышло обновление просто чуточку позже. Ну, например, в 2019 году обновление вышло ровно 17 апреля. Поэтому, ребята, вполне вероятно то, что обновление будет или очень-очень скоро, или то, что обновление будет прямо сегодня. И, ребятки, есть еще одна очень важная и проверенная информация. У разработчиков спрашивали, а есть ли вероятность, что обновление 0.16.0 будет тут прям на их юбилей? Они сказали то, что, к сожалению, обновление 0.16.0, оно немножко задерживается. Это был, если не ошибаюсь, LQA ответил в Дискорде. Они сказали то, что обновление 0.16.0 задерживается, но зато 0.15.5 как раз выйдет на их юбилей. Поэтому, ребята, или сегодня, или завтра мы ждем то самое обновление, в котором будут маленькие прикольные подарочки, возможно, будет какой-то новый кейс, я не знаю, что будет. Но, ребята, очень-очень скоро все вы увидите. Ну а теперь давайте немножко с вами повангуем. Как мы видим, то что тестеры играют в новый режим. Написано «играет», то есть не в игре, а именно «играет». И не написано в какой режим, потому что он играет в новое обновление 0.15.5. Так вот, ребята, я предполагаю то, что или сегодня, или завтра добавят новый режим, и, возможно, будут подарки. И да, ребятки, как я понял, многие из вас забыли то, что вообще должен быть третий сезон. Да, ребят, вы не поверите, но каждые полгода наступает новый сезон Standoff 2. Посмотрите на дату первого сезона, это 25 апреля, это, грубо говоря, на одну неделю больше, чем сейчас, ну, плюс-минус, да? И что же это получается? Это получается то, что вполне вероятно, то, что сейчас выйдет какое-то мини-обновление, а уже буквально через недельку выйдет полноценное обновление с новым сезоном. Ну, а теперь давайте о самом лакомом и о самом важном, это сезон номер 3. Что же нас с вами ждет в этом сезоне? Первое, это новый кейс. Вы спросите, Кента ПК, а почему же, например, в предыдущем обновлении добавили новый кейс? Ребята, предыдущее обновление было урезанное, в нем, по сути, ничего нормального не добавили. Ну да, изменили карту, ну да, круто, но, в принципе, на этом все. Так, ну что же, полетели. Что же будет в третьем сезоне? Первое, самое главное, это, ребята, обнуляют звание. Ну вы спросите, НТПК, получается, я просто так набирал элиту? Нет, братан, не просто так. Знаешь почему? Потому что за твое звание элиту ты сможешь получить награду. Ребят, кто не в курсе, то разработчики спалили вот такие вот награды. Там даже есть аркана, и каждый за свое звание получит определенную награду. Чем выше у тебя звание, то тем круче у тебя награда. Ну чё, ребятки, я вот даже подзапарился и нашел тот самый скриншот, где разработчики спалили все награды. Ну что же, как я понимаю, это за легенду, это за элиту, это за чемпиона, это за рейнджера, это уже за голд, это уже за сильвер, а это уже за бронзу. Если я все правильно посчитал, если я ничего не припутал, то именно вот такие вот награды каждый из нас может получить какую-либо награду. Так что, ребята, у вас еще есть буквально парочку дней, чтобы поднять какое-то звание, мало ли кто-то поднимет себе легенду и будут гонять с таким прикольным брелком. Что же будет еще в новом сезоне? Ребят, помимо всего этого, помимо наград, будет еще такая прикольная вещь, как новый кейс.
Что же означает новый кейс? Это означает то, что один из старкейсов уберут. Я думаю то, что скорее всего уберут Furious кейсы, потом не знаю как вы, но я себе их закуплю как можно побольше. Я, наверное, потрачу, не знаю, еще 1020 голды, куплю себе как можно больше Furious кейсов, а потом их продам по двойной, а то и тройной цене. Также, ребята, не стоит забывать то, что если добавят новый кейс и Furious кейс, например, уберут на рынок, то в новом кейсе будет новый нож. А что же это означает? Это означает, что это просто развал схождения полный, потому что новый нож! Просто представьте, сколько же это будет контента для ютуберов. Это реально будет очень круто, и я очень сильно жду именно новый кейс. Что же означает еще новое обновление и новый сезон? Это означает то, что также добавят новый пас, потому что разработчики ввели такую традицию, то что с каждым глобальным обновлением добавляют новый пас. Поэтому, ребята, я очень сильно верю и очень сильно надеюсь, то, что новый пас будет покрасивее, чем предыдущий, потому что, ребята, если говорить откровенно, то Revel Pass, он был так себе. Такое ощущение, что вы сделали просто-напросто на скорую руку. И да, ребята, я не просто так выбрал на задний фон именно карту Sandstone. Вы спросите КентПК, а что не так с этой картой? Ну, как вам сказать помягче? Разработчики обещали то, что в каждом обновлении они будут изменять по одной карте. Они изменили карту Провинция, они изменили карту Rust, они изменили карту Зона 9. Теперь осталась единственная нетронутая девственная карта, это карта Sandstone. Поэтому, ребята, в следующем ближайшем обновлении именно эту карту, конечно же, изменят. Поэтому и... Поэтому, ребята, мне очень интересно посмотреть, как же изменят, что же добавят, что же будет и что вообще с ней произойдет. На данный момент, ребята, я хочу всего лишь два подарка. Первый — это клиент-сервер, дабы не было никаких проблем и дабы стендов вышел реально на новый уровень. И вторая проблема — это нормальный античит. Я очень сильно хочу, чтобы добавили нормальный античит, дабы стендов вышел на профессиональный киберспортивный уровень, потому что прямо сейчас есть игроки, которые играют на про-сцене с щитами. Ну ладно, давайте, ребята, позитивным. Что же будет, если вам подарят подарочки? Я думаю, ребят, скорее всего, нам подарят какие-то гифтбоксы. Если подарят, конечно же, потому что у разработчиков 4 года, ну как ни крути, это реально большая цифра. Если, ребята, вам подарят гифтбоксы, не спешите их открывать, потому что, возможно, их потом можно будет продавать на рынке. Также, еще, ребята, один очень важный нюанс. Скорее всего, если добавят подарки, то в подарках будет уже не AVM Sport 2 Керамбит Голд, а скорее всего будет Керамбит Голд и AVM Treasure Hunter. А если, ребята, не в курсе, то буквально недавно я продал AVM ТХ за 333 тысячи голды, и я очень сильно хочу себе купить новый AVM ТХ. Поэтому, ребята, если добавят подарки, то скорее всего дядюшка Кента пока в ближайшее время купит AVM ТХ, потому что их появится гораздо больше на рыночке. Ну что же, ребятки, хотел бы вас еще раз всех поздравить с этим юбилеем, с этим праздником. Очень надеюсь, что разработчики в этом мини-обновлении добавят что-то крутое. Но, ребята, не стоит забывать то, что буквально через мгновение, буквально через одну ступеньку уже будет третий сезон. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас прожимай лайк, подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. И что же ты ждешь больше всего? С вами был ваш Кент, пока, всем удачи, всем пока.